кино на ТВ-рус. Уйди, извините, пожалуйста. А ну иди, а ну пошла отсюда. Да что ж за день сегодня такой, то вы, то это псина. Пойдемте ко мне и приведем вас в порядок. Только вы не думайте, что я позволю вам к себе приставать. Добро пожаловать. Меня Коль зовут. Где ты была? Была любовник. Нет у тебя никакого любовника. А пойдем к нам. Ой, какой галантный джентльмен. Привет. Здрасте. Да кто он такой-то? А тебе-то теперь какая разница? Что, у них все по-серьезному? Серьезнее некуда. Я боюсь проснуться. Я всегда буду с тобой. Ты мне веришь? Выйди из машины, руки перед собой! Коля! Что это? Я знал, хотелось, что он сказал. Руки на машину, живо! Что это значит, Коля? Здрасте. Здрасте. На Кичи-то первый раз, а сюда залетел из-за своего ковбоя. Светлана Иванова в фильме «Подари мне немного тепла». В субботу на ТВ-РУС.